В республиканском масштабе акция «Белая Русь с любовью к детям» проводится с 2009 года. С этого времени уже 1500 мам по всей стране получили подарки в честь рождения малышей в День независимости. Подобная акция – это символичное связующее звено с завтрашним днем, ведь дети – будущее страны. Они уже часть нации, объединенной под знаменами одного государства – Республики Беларусь. Прекрасно «Белая Русь» организовала это мероприятие, и мы его будем продолжать. 5 лет – это уже тоже такой определенный значимый срок. Это наша гордость, проводимая акция. И нам бы только хотелось, чтобы в этот день рожалось побольше детишек, потому что дети – это наше замечательное, прекрасное будущее. Когда мы поздравляли первый раз, я этот случай очень хорошо запомнила, потому что после того, как я сказала слова поздравлений, я увидела слезы на глазах у одной из женщин. И когда я немножко растерялась, подошла к ней и говорю: что случилось, почему вы заплакали? А она мне ответила, говорит: вы знаете что, я теперь буду воспитывать патриота нашей Родины. Юлия Кахнович впервые стала мамой. Ее крепкий малыш Кирилл родился 3 июля. Буду воспитывать настоящим патриотом, говорит счастливая мать. А как иначе, ведь сын родился в День независимости. Радостно. Появилась частичка меня. Вот. Все-таки это радостный момент всем, для всех, для отца, для родителей, бабушек. Я надеюсь, что он вырастет независимым, свободным и честным гражданином. Брещина по рождаемости – абсолютный лидер среди регионов страны. Областной роддом способен принимать одновременно около 400 рожениц. Для этого есть все самое необходимое – современное высокоточное оборудование для диагностики и лечения мам и детей и профессиональный медицинский персонал, готовый в любой момент прийти на помощь. И работа над качеством медицинского обслуживания не прекращается. Сегодня важно подготовить условия и установить вот то новое современное диагностическое и лечебное оборудование, которое по стоимости занимает часто более половины стоимости всех проектных работ. За эти полугодия, вот за полгода, у нас опять 3026 родов произошло, то есть предположительно, что в этом году мы будем иметь опять больше, чем 6000 родов. Ну и, конечно, ни одно учреждение страны такого количества родов вспомогательно не дает, как Брестский областной родильный дом. Рождение ребенка – одно из самых радостных событий в жизни каждой семьи. Неважно, родился он в праздничный день или в будний, ведь для каждой мамы ее ребенок особенный. Все условия для повышения рождаемости в стране есть, говорят доктора. От женщин требуется только одно – желание быть мамой.